Всем привет! Это мулат калифорниец. Вот так мы ее берем и пересаживаем в клетку. Эти два кролика с одной семьи. Один мать, один отец. Дерутся. Дерутся еще как. Поэтому приходится пересаживать по разным клеткам. Как видите, здесь у них чисто, поилка, кормушка зерна. Гладиаторские бои. Как видите, защищает свою территорию. Кролик, даже кролик защищает свою территорию. Не говоря уже о человеке. Это его территория, его земля. Он никому не отдаст. Он уже привык к ней. Как это он может отдать или с кем-то разделить? Поэтому прогоняет непрошенных гостей. Прогоняют со своей земли. Хотя с одной семьи, один мать, один отец, вроде должны жить дружно. Не. Ни в какую. Вот он намылился и выгоняет. Спасибо. Пока.